Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет распаковки и распакуем вот эту большую посылочку. Сейчас ее вскроем и посмотрим, что внутри. Так, берем наш ножичек и аккуратно разрезаем пупырку. И внутри у нас такой планшет от компании Estel. Это 10-дюймовый планшет, модель X2, под управлением операционной системы Android. Размер экрана 1280 на 800 пикселей, задняя камера 808 мегапикселей, передняя 5 мегапикселей. Ну, для планшета, я думаю, больше камеры не надо, потому что она не для фотографий. Работает в сетях 4G, памяти постоянной 32 гигабайта, оперативной 3 гигабайта и батарея мощности 8000 мА. Также вес этой планшетки 556 грамм, имеет она 4 ядра, работает под управлением процессора MediaTek MTK8121, имеет IPS-матрицу. Ну, сейчас откроем и посмотрим на это чудо. Так, открываем коробочку. Опа. И внутри вот такой планшет. Ну, давайте его отложим в сторону и посмотрим, что внутри. Так, какой-то attention. Угу. Не знаю, что это такое, но... Что-то есть, что вот здесь такая подставочка под саму планшетку. Что у нас внутри в комплектации идет? В комплектации идет вот такой переходник. В этой планшетке есть функция ATG, поэтому можно сюда ставить флешку, подключать планшетки и смотреть видео, музыку слушать. Так что функция ATG присутствует, переходник есть в комплекте. Также в комплекте идет зарядное устройство. 5 вольт, 2 ампера, 10-ваттные, 8000 мА аккумулятор, поэтому такая зарядка должна быть. Кабели microUSB, ну еще планшетка Type-C не ставят зарядки. И еще что здесь у нас в комплекте идет. Как на удивление, я уже вижу, что это. Здесь идут в комплекте вот такие интересные наушники. Очень не встречал еще в планшетках такие наушники с микрофоном. Еще можно говорить, поэтому в наушничках можно даже смотреть видео с YouTube. Планшетка имеет функцию звонков, поэтому можно, кстати, по наушниках и звонить. В комплекте идет вот такой чехольчик. Это уже очень хорошо. Сейчас мы его откроем. Такой золотого цвета. Вот такой чехольчик, ставится планшетка, есть такая вот стоечка, чтобы не смотреть. Ну, очень хорошая комплектация, неплохая. И мануалочка идет с планшетом. Вот такая у нас комплектация. Зарядка, шнур, в общем, фарш, полный комплект. Убираем коробочку в сторону и смотрим на планшет. Вот такой планшет у нас впереди, и вот такой он сзади, такой золотистого цвета. Сейчас посмотрим на лоток. Вот здесь сюда ставится две сим-карты 1.2 и карта памяти. Заряд. Корпус сзади. microUSB. Немножко подкроем. Здесь выход под наушники, которые уже идут в комплекте. Здесь звук уменьшать, добавлять, включение, выключение и кнопка Reset, переключение. Так, вот мы ее и включили. Выбираем сразу язык. Так, ищем русский, польский, Словения. Вот язык русский. Вы знаете, экран яркий, приятно. Вставить сим-карту, пропустить пока сим-карту. Здесь что у нас? Сервисы Google. И вот. Включилась такая планшетка. Вот видите, такие настройки, звонилка, смс, галерея снимает. Вот, можем, например, вот этот. Ну, в принципе,
Ничего, так видите, что-то снимает, есть функция HDR, вот, вспышка, видео нужно снимать, фотографии, красивое лицо, панорамная съемка, ну, у нас стандартная настройка. Вернее, стандартная Android камера. Здесь такого, что запись голоса, обнаружение лиц, здесь микрофон. Включаем режим аудио обычно. Качество высокое. Ну, в принципе, камера 8 мегапикселей. В принципе, можно снимать. Так, зайдем в галерею, что мы здесь наснимали. Мы здесь уже видео сняли. Стройки. Wi-Fi включено, загрузка в режиме Turbo, какой-то режим, функция файлов большого размера, выполнять быстрое подключение Wi-Fi 4G, поэтому режим Turbo, ну, можно включить, можно нет, очень интересная тоже функция. Bluetooth здесь 3.0, можно две сим-карты, передача данных, здесь еще режим полета, можно включать режим модема, настройка экрана. Установка лучших эффектов, ну, как всегда, Mirror Vision. Ну, здесь что, можно динамическую контрастность сделать, чтобы было все красиво. Я, как всегда, эту функцию включаю, чтобы был красивее экран. Ну, это как бы одно из обязательных условий. Так, адаптивная регулировка, это с учетом освещение, спящий режим, ну, 2 минуты, это уже потом выставить кому как нравится, заставка часы, режим шрифта обычный, можно поставить крупный, чтобы было лучше видеть поворотное изображение и так далее. Дальше у нас звуки и уведомления есть. Так, общие уведомления, режим не беспокоить, улучшение звука для наушников, усилитель громкости, динамика. Ну, в комплекте идут наушники, поэтому лучше это включить. Объемный звук для воспроизведения музыки. Дальше, что у нас есть? Приложение. Приложений здесь не много. Сейчас посмотрим. Браузер, галерея, диктофон, калькулятор, Gmail, YouTube. Так, USB память 32 гигабайта, использовано 4, поэтому здесь очень много памяти, можно накачать много всего. Внутренняя память 3 гигабайта, оперативной занято 342, поэтому оперативки, я думаю, для этого планшета тоже очень много. И вот здесь всякие разные настройки. Стандартных приложений установлено немного. Ну, есть Play Market, можно закачать, что захотите. YouTube, ну, чтобы смотреть YouTube, ну да, в Gmail ввести свои данные. Так дальше. Email. В общем, нужно войти в свой аккаунт гугловский и потом смотреть YouTube, скачивать приложение Play Market. Ну, вот за такие деньги получаете 10-дюймовый планшет. Царская комплектация, зарядка с наушниками, с переходником OTG. Поэтому хороший вариант за такие деньги. Я думаю, вот брендовые, например, планшетки стоят намного больше. Здесь 3 оперативы, 32 постоянной памяти. Я думаю, планшетка будет быстрая. В общем, неплохой вариант для просмотра YouTube, мультимедиа и других видео. Для игр, конечно, планшетка не подойдет, потому что нужно что-нибудь помощнее. Ну, игровые планшеты, конечно, уже более топовые. Но это для обычного использования. Для есть можно общение, например, по Viber, Skype, камера фронтальная есть, установить. Это все она справится, будет работать отлично. Так что за такие деньги можно сказать топчик. Так что вот такой был обзор. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, вниз. И до новых встреч. Будет еще много интересных вещей.